Добрый вечер. Продолжаем наши традиционные песнопения. Сегодняшний вечер посвящен творчеству Булата Акуджавы. Мы надеемся, что вы поддержите нас и подпоете нам все песни, которые мы будем петь сегодня. Песни вам хорошо известны, преимущественно. Это Дмитрий Богданов. Так заявил о себе. Вы поприветствуйте его. Добрый вечер, дорогие друзья. Он сегодня принимает участие в этом концерте. Евгений Быков. Ну, на самом деле не принимает участие, а просто, так сказать, главный человек, главный специалист по Акуджаве. И мы не могли без него обойтись, разумеется. Евгений Быков — это гитарист и композитор. Он здесь просто посидит, да. Но зато он композитор и сочиняет музыку. Но не сегодня, в другой раз как-нибудь, да. А меня зовут Лидия Чебоксарова. Я тоже рада. Я тоже рада. Здравствуйте. Итак, Булат Акуджава. Сказки про Бога, просто мы на крыльях.
Азербайджана сам себя называл грузином московского разлива. И многое в его творчестве как раз такой философской ноткой. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и смелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечной живу? Собирайтесь, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слово. Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешение. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Yeah.
Я думаю, что мы на самом деле можем и записки какие-то воспринять, и просьбы там, можно и устные. Можно смерть. Да. А пока будем идти по списку. Заезжий музыкант целуется с трубой, пассажи по утрам. Так просто ни о чем, он любит не тебя, а помнись, Бог с тобой, прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом. Живет он третий день в гостинице район, где только у окна всего лишь по рублю, и на своей трубе, как чайник раскален, вздыхает тяжело, а я тебя люблю. Трубач играет. Самую первую пластинку Акуджавы записывали ее в подвальчике литературного института, в такой, ну, лаборатории, это была лаборатория Льва Алексеевича Шилова, известного нашего великого литературоведа и Акуджавы-веда.
И тогда вот меня папа привел посмотреть на камеру моей юности, ну и не только юности, и я увидел живого Акуджаву. И тогда же у меня собралось какое-то безумное количество записей, очень редких всяких. Переплюнул только вот Марат Гизатуллин, тоже известный Акуджава-вед и первый председатель клуба «Друзей Акуджавы». Я вот недавно был у него в гостях на Кипре, и он мне записал маленькую кассетку, и там нашлось три песни Акуджавы, которые я никогда не слышал. Я вот все пытаюсь их выучить. Но вот из редко исполняемых хочется вспомнить такую, вот такую песню о любви и о войне. А что я сказал медсестре Марии, когда обнимал ее, ты знаешь, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят, а поле хлеба плыло под нами, тихое, как река, и волны клевера набегали, и мы качались на них. И Мария, раскинув руки, плыла по этой реке, и были черными и бездонными клубы ее глаза. И я сказал медсестре Марии, когда наступил рассвет, нет, ты представь себе офицерский дочь, она и глядеть не хотят. Одна из любимейших тем Булат-Шалыча – тема дураков. Очень актуально. Вот так и ведется на нашем веку. Посвящение Булату. Там такие слова. Летит наш певчий клин, которому названия нету, а впереди вожак, которого зовут Булат. Ну, я не дословно, но примерно. И вот вышел Егоров, спел перед огромным залом эту песню. Следом выходит Акуджава и поет: дураки обожают, собираются в стаи, впереди их главный во всей красе. История умалчивает, сделано это было специально или так просто получилось, но думаю, что специально. Была эта история в принципе? Была, потому что я при этом присутствовал. Я это слышал. Там не так. Это уже смело.
главный во всей красе. В детстве я верил, что когда-то встану, а дураков нет, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, видя, чего я не рассчитал. А он в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество превыше всего. И вот так просто взять голый щурится из избы, в небе жаворонки, только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губаст и умен как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые тихи, делами замученные. Жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том о сём. С таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки, ему было за что умирать у черной речки. Сейчас я подстроюсь немножечко. Обаятельно для тех,
вылетает. Мне недавно позвонили с телевидения, с одного из центральных каналов, и пригласили участвовать в ток-шоу, которое посвящено здоровью, здоровому образу жизни. Те, кто со мной близко знаком, должны уже смеяться вот в этом месте. Но не просто пригласили там посидеть, а пригласили спеть песню. Знаменитейшую песню была так вот Джавы. «Девочка плачет, шарик улетел». Только спеть ее нужно было наоборот. Я спрашиваю, как наоборот? Он говорит, понимаете, у нас на ток-шоу будут женщину одну несчастную лечить гипнозом. Ее будут возвращать в детство, вот постепенно возвращать в детство, и таким образом избавлять от комплекса и всех ее проблем. Вот, поэтому спеть надо наоборот. Плачет старушка, мало прожила, а шарик вернулся, он голубой. А потом, значит, все, и вот закончить уже как девочка плачет. У меня тебе... Потом в обратно же, когда... Нет, все. Когда выводите с гипноза. Ее надо спеть один раз, и вот в обратном порядке. Я когда представила себе это произведение в обратном порядке, я, конечно, сразу же отказалась, но подумала при этом, что ведь кто-нибудь согласится обязательно. Вы знаете, вот найдется какой-нибудь артист, который придет и споет таки эту песню наоборот. Давайте споем ее в нормальном порядке и, так сказать... Евгений, вы... Незыблемые законы времени. Да. Не будем это все нарушать. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет. Утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой. Ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила. Thank you.
я не пьян покорной каши. От разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну, но на мягкое плечо, на вечерней, на вашей, если вы не возражаете, я голову склоню. Все в речку свою, и дышу земле вращаться, знать, где первое прозрение, где последняя черта. Началась вдруг война, не успею попрощаться, адресами обменяться не успею. Выросла в городе Смоленске, который является побратимом польского города Ченстахова. И мы в пионерских лагерях под Смоленском встречались с польскими ребятами, они приезжали и вместе с нами, вот, проводили пионерское лето. Только они назывались не пионеры, а харцеры. И со многими из них мы подружились и переписываемся до сих пор. Лагерь этот находился под Смоленском, как я уже сказала, в местности, которая называется Козьи горы. В народе она больше известна как Катынь. То есть это как раз то самое место, вот просто буквально в километре от того места, где были расстреляны польские офицеры. И где не так давно разбился самолет польского президента. И тут какие-то такие узлы навязаны в этом во всем, которые не распутать. И мне кажется, что песня была так у Джавы, «Прощание с Польшей», она очень-очень про это. Мы связаны, поляки, давно одной судьбой, в прощении и в прощании, и в смехе, и в слезах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждой в глазах. Потертые костюмы сидят на нас прилично и плачут наши сестры, как Ярославны в свет, когда под крик с надеждой в глазах.
Которые так хорошо удавались Булату Акунджаве, которая тоже о войне, о любви, о жизни, вообще о месте человека в войне. Это песня из знаменитейшего кинофильма «Женя, Женечка и Катюша». Там ее пел мальчик по фамилии Ковалеров. С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры, капли датского короля пейте, кавалеры. Поющим мир.
детском саду. Может, жена меня выпадет счастливой, снова встретимся в городском саду. Okay.
не прочь уходит в ночь отдельно. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Давайте в завершении первого отделения споем еще одну военную песню. Тоже знаменитую песню с такой странной немножко судьбой. Стихи Булата Акуджавы, музыка по легенде Виктора Берковского. Старинной солдатской традиции.